Так, у меня план, блядь, новый. Нужно дожить до ДК. New план. Фух. План Поггерс. У меня больше нет яиц, он больше не сделает никакие комбо. Типа динозавров, у него 5 штук в руке, по-моему, за 5 маны. В идеале панду сейчас найти, да. Чтобы что? Чтобы что-нибудь, блядь. Это черт, конечно. Кляца! Я до ДК дожил. План, блять, план. Микроплан выполнен, правильно? У меня типа квест на троечку, я делаю ДК, делаю сап на что-то сильное, делаю две заморозки, отхиливаюсь, клап-клап. Кстати, после этого доната сразу вспомнил, когда я первую свою волю выбил. Я тогда пошел в Пугарейд в 25-ку. Мы тогда убили Саурфанга, по-моему, первый раз. И, по-моему, тогда выпала воля. Я рейнул 98, а второй чел 97. Ебать, тогда, конечно, было минус нервы. Было эпично. Потом герой так волю так и не выбил. Да-да, я! Че, блядь? Я на фоне, потому что Турик идет, тут, блядь, такие игры жесткие. Да. Извините. Сорок пипл, представь, как ролить, а там ГПМ-система должна быть, по-моему. Там есть, как она, ГПМ-система называлась? Короче, за посещение тебе начисляются баллы, там, за дэмэдж, что-то еще, блядь, не помню. Или только на посещение, не помню, как она работает. Я думаю, что по ней будет работать, когда ванила выйдет. Блядь, Аргус, серьезно, что это? А, и ДКП, да. Соня. Ауч. Ну тут без шансов. Интересный дик. Ха-ха, блядь! Все, ГГ, блядь! Проиграл Вару, понимаете? Вару проиграл, блядь! ГГ, проиграл Вару! Вару, блядь! Вару! Ой, блядь, ну пиздец, вот она, минус мораль, типа. Здорово, блядь! Долбоебу проиграл ебаному, конченому! Ебаный даун, ну зачем ты играешь на этом Варе, блядь? Как можно проиграть было? Ну скриптовая игра, блядь, все, минус мораль. ГГ, блядь. ГГ. Ну да, теперь друида дайте, блядь, спасибо. Теперь. Ой, блядь. ДК на старте дали против друида. Все, это, блядь, качели, сука. Упал с качелей. Да, долбоёб ВГ нашел. Да, конечно, блядь, конечно, дауну дали ВГ. Четверку, нуришь, восьмерку, сердце дуба, блядь. Кусок ебанита. Тупого, рогатого. Ёбаный кусок ебанита. Да, он. А, только позитив, как бы, да.
Блядь, сука! Сантехник, кусок ты дебила! Какой, блядь, сантехник? Пиздец! Какой сантехник в друиде, долбоёб? Вау! Ой, долбоёб! Вау! Блядь, чувак сантехника играет, блядь, в друиде! Сантехника, пиздец! Ненормальный дебил, блядь! Сука! Сантехник, друид! Ты реально, блядь! Мне, блядь, просто вот нечего сказать. Все, все, иди к черту. Все, блядь, молчу, все, молчу. Сука, в задницу, блядь, хуярится. Плюс мораль, блядь! Изи, блядь, плюс мораль! Единичку. Ух. Так, нужно сыграть от десятки, right. Yes, right. Easy clap. Это отжиматься сейчас. Пиздец. Просто челы на фоне там борются. Чисто челы борются, ну. Кто мешал бороться? Чисто борются. Борьба идет. Fuck you! Я реально, знаете, я похож на рейдового босса Тадиуса, короче, я типа меняю полярность каждые 30 секунд. Да-да, я. Тадиус. Кто рейдил Тадиуса, плюс чат? Да, это я. Это был я. Да, это был я, тот самый Тадиус, ебал. Да, чебок. Так, тут летала нету, по-моему нету. По-моему есть или нету. Блять, не пойму, есть или нет. Блять, нету. Или есть. 7, 12, 15. Да, это летал. Окей, let's go. Куш по голове. Ну, я думал, что я проиграю, конечно, да. Хорошо, что не взял, бля, хорошо, что не взял то, что хотел. Вот это я молодец, конечно, да. Да, это я. Да, я. Ну, пушка нужна, таунты, пушка, таунт, два думсера. Два думсера, пушка, таунт, блядь, или бунт. Пушка, таунт, думсер, или бунт, блядь. Зал. Давай. Миракли, блядь, сраная. Ну, пушка есть, это уже, типа, хоть что-то. Есть шансы. Ти-та-ти-та-та-ту-та-ту-та. Нихуя себе. Сказал Яси. Ну нихуя себе, сказал Яси. Еще думсейр на следующий ход. Или бунт. Братас БВ2 у чипера выиграл. Серьезно? Ебать, красава. Работает. Сейчас еще один думсейр, блядь, или бунт. Межгалактический, блядь. Сука. Ну ладно, Слизнюк тоже, ладно, межгалактический бунт отменяется, потому что Слизнюк тоже пришел, это в принципе тоже норм. Вот этот гандон тоже пришел, это, конечно, очень неприятно.
Да, блядь, ну выстрел дерьма, кусок, блядь, своего ебаного Ван Клифа, твар. Блядь, такая падла, блядь. Пиздец. ГГ, ГГ. Больно. Давай еще 50 на 50 проиграем, давай. Ну вообще, если 50 на 50 проиграем, то нужен будет кеп, кеп. Да, нужен. Я сейчас вебку, блядь, ёбну, блядь! И пришел куб, блядь. Опять маг, блядь. Луз, вин, луз, вин, вин, луз, луз, вин, вин, луз, луз, вин, 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 луз, 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 вин, 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 луз. В скобочках контент, в скобочках дерьмо, блядь. Он три карты оставил. Блядь, это Мурлок маг, чат, это Мурлок маг. Пиздец. Ну ладно, типа лакей есть, думсер есть, в принципе нормально. И дефайл есть, нормально. Мурлок маг работаем. По-моему, это темп маг по-любому. Хотя два великана плюс пакет лакей, нормально. Лакет пакет, типа есть в руке, великаны есть, ответки есть против агрессии, норм. Хотя он три карты оставил, одна из них ДК, два ремула на великана и хек сюда, пиздец. Невероятная наводка. Шлюха вонючая. Да, лакет пакет. Ну ладно, два думсейра тоже это супер заебись, как говорится. Как любой дед в таких ситуациях, шансов на ответку нету, блин. Пробитие. Есть пробитие. Есть пробитие. Это антимагия. Это антимагия, а он дровнул с арканолога, значит... Он дровнул с арканолога. Руны. Озвучка из... Извините. Реалистичная озвучка экипажа World of Tanks, пак озвучки для танков. Друзья, всем привет. Здарова. Видео Game PC продолжим. Спорт оф. Сайте нам вот сайт net.net. Моды, сборки модов. Да блять, дай озвучку папки, танков. Папки, переговор. Ой, тварь! Ну серьезно? Блять, конченая игра, блять. Не забуду, брат. Замена всей музыки в World of Tanks на музыку из Call of Duty. Рар, блять. Боже, сука, такой контент. Основы танкования. Озвучка из танков, можно? Есть пробитие звук. Танки. Есть пробитие. Блядь, где звук этого ебаной фразы? Ой, да пошли вы нахер, реально. Жри дерьмо. Чё б за лента? Ну, если сейчас не убьет, конечно, это GG. Петрович, рубай насос. Ну там нет летал, окей, да, окей.